السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха и завершаем уже с вами изучение пятого аята. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Поэтому прошу распространять, делиться, спрашивать. И сегодня мы подведем итоги по первым пяти аятам суры Аль-Фатиха. Перед вами все пять аятов, которые мы с вами разобрали. Для начала хочу обратить ваше внимание на последний аят, чтобы его целиком вот, разобрать, а потом и на другие аяты, иншаллах, как мы их соединим. Первое — это... Хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что частая ошибка тянут долгий «и», читают, например, «и-я-ка», «и-я-ка», получается как долгий «два». Кто вот этот момент еще не усвоил, вернитесь еще к уроку, который был перед этим, да, то есть... Два урока назад, и иншалла, вы этот момент усвоите, да, почему же мы здесь не тянем. Также на буду тоже здесь не тянем, да, почему? Потому что вау у нас после ломы это не сукуном, и мы ее не тянем. Поэтому переходим на будуа, дуа, не дуа, да, это тоже внимательно, чтобы такого не делать. Также хотела обратить ваше внимание на такую ошибку, как «гамс» в букве «я». Да, это тоже очень часто говорят таким образом «ихяка». Да, получается звук похож на «х» какой-то, «хи-хи». Нет, «ия», а не «ихя». То есть это ошибка, по-моему, я про нее не говорила в предыдущих уроках с этой буквой. И еще такой момент, как быстрое такое ускорение, недостаточно правильное произношение огласовки. Часто это бывает при переходе от одного слова к другому. Особенно если там удвоение есть, да, про это я вам говорила. И, например, в этом аяте, если, например, «и я кана буду», «кана», «кана», да, то есть они не пропорционально сбалансированы, да, «и», «я», «кана» одинаково, не «и», «я», «кана», «кана», да, то есть уже, если мы с предыдущими сравним, уже вот этот баланс, гармония, если нарушается, да, то, значит, это неверно. Тоже может быть вот... Тоже, в принципе, и яке настаин, тоже сочетание с буквой нун, то же самое может быть. Или, как я вам сказала, то есть или перетягивание буквы, да, или наоборот ее укорачивание. То есть и то неверно. Вот. Да, то есть все те рекомендации, которые были до этого, учитывайте и задавайте вопросы, у кого они возникают. И обращаю ваше внимание на то, что это пятый аят, и в конце аята очередного, да, мы видим пятерку. Пятерка, она схожа на такой кружочек, да, такой кружочек немножко продолговатый. Это пятерка. То есть так пишется пять, и запоминайте, потому что это вам пригодится, иншалла, в дальнейшем, чтобы знать нумерацию, например, страниц и других аятов, да, когда уже число, например, состоит из нескольких цифр. Также обязательно выучите, как пишутся, как выглядят цифры предыдущих аятов, да, то есть первого, второго, третьего, четвертого и пятого уже аята. И сейчас попробуем их вам прочитать отдельно, чтобы мы научились каждый аят друг другом, да, соединять. Вот.
Напоминаю вам, что можно их все соединить. При соединении аят друг с другом следует соблюдать вот эти последние огласовки. Тогда мы мат уже не можем тянуть больше, чем два харката. Но я как бы не берусь сейчас их все уже соединять, потому что сейчас у меня дыхание достаточно короткое, так как я приболела. Но даже, возможно, и если не приболела, будет не так легко. Ну, у кого хватает объема легких, да, на то, что вот долгие какие-то аяты читать, да, или можно тренироваться, да, увеличивать, потому что чем дольше мы тренируемся, увеличиваться может этот объем, да, ну, понятно, есть какие-то ограничения человеческие, у кого-то они больше, у кого-то меньше, но, тем не менее, можно этим это развивать, да, если нету никаких вот физических преград. И теперь хотела соединить все аяты, но, как я вам уже сказала, мне на одном дыхании не получится, но попробую с остановками в каком-то месте и с возвращением, иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим, ильхамдулиллахирраббильаламин. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. Таким же образом вы можете останавливаться еще на 4 хараката, да, и на 6 харакатов, вот, чтобы потренироваться все возможные варианты. Если вы останавливаетесь в конце каждого аята, также вы можете останавливаться на 2, 4 и 6 харакатов. Итак, показала вам примерно, да, вот какие варианты возможны. Уже 5 аятов, альхамдулилля, мы с вами завершили. У нас осталось 2 последних аята. И я надеюсь, у вас до этого момента все получается. И вы улучшаете ваше чтение. С вами была Умналик. Очень рада была поделиться с вами тем, что уже поделилась в данном курсе. Он приближается к завершению, поэтому поспешите, да, кто еще не усвоил, возможно, какие-то не все уроки прослушал или отпрактиковал, обязательно это делать. Благодарю, баракаллаху фикум, с вами была Умналик. Делитесь, подписывайтесь, ставьте напоминания о дальнейших уроках. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.